ДТП на набережной реки Сочи в районе перекрестка улиц Чайковского и Новоселов произошло еще 4 января. Разбирательства ведут правоохранительные органы. Но причину аварии, видеозапись случившегося размещена в интернете, смогли определить и сами горожане – превышение скорости. В итоге автомобиль снес 3 пролета парапета. К счастью, в воду рухнуло только защитное сооружение. Пассажирам крупно повезло. По одной из версий, виновница произошедшего – девушка, недавно окончившая автошколу. Она и будет возмещать ущерб, нанесенный муниципалитету. Сумма уже подсчитана – это 400 тысяч рублей. Вот только собственник транспортного средства не выходит на связь. Сейчас у администрации 2 выхода. Все зависит от позиции самой виновницы. Либо она добровольно возместит ущерб, либо через суд. Я думаю, что день-два мы эту процедуру закончим. И, конечно же, в таком состоянии не оставим набережную. Начнем ее восстанавливать. Но сейчас мы фиксируем все вещи для подачи в суд. Для того, чтобы через суд взыскать необходимые денежные средства в пользу бюджета города Сочи. Розыском виновницы занимаются участковые, а пока же открытый доступ к реке огораживают лентами, которые периодически срывают прохожие. К концу дня здесь появятся новые меры безопасности, отмечают в администрации центрального района. А вот почему меры безопасности дорожного движения не смог соблюсти водитель авто, выясняют полицейские. По факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, нарушение пункта правил 10.1 правил дорожного движения не соблюдал безопасный скоростной режим, обеспечивающий постоянный контроль за движением транспортного средства. И на правом закруглении дороги не справился с управлением и допустил выезд с проезжей части и допустил столкновение с ограждением русла реки Сочи. К слову, сочинцы уже ведут счет упавшим парапетам. Первое обрушение бетонных ограждений случилось еще в ноябре 2014 года, после реконструкции всей набережной. Правда, предыдущими разрушителями инженерного сооружения были вандалы. Сегодня же в ремонте парапетов необходимости нет. В планах муниципалитета лишь покрасить их к началу летнего курортного сезона. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.